Приветствую вас, дорогие друзья, на канал ВВ Плей. Меня зовут Владимир, и мы сегодня продолжаем игрушку под названием 7 Days to Die. Всем приятного просмотра. Итак, друзья, хочу заранее извиниться, что так долго не выходил видео. Мы были малость заняты. Да и, честно говоря, некогда было снять видосик. Я тут работал за кадриком. Многое что изменилось, друзья. Я вот сидел вот в ожидании вот этой волны, 35-й, да. Я помню, что я обещал по квестам полетаем, но это уже полетаем после этой волны. Потому что эта волна довольно-таки будет интересная. Это 35-й день, должны появиться уже взрывоопасные пацаны. Сейчас я быстренько побегаю, расскажу, что мы сделали, что мы поменяли, что изменилось и к чему я пришел. Полазил я по нету чуть-чуть, посмотрел, что можно сделать получше, чтобы мы в конце концов не откинулись уже на этой волне. И мы пришли к такому выводу, друзья, что у нас сейчас тройная защита. Сейчас покажу, в чем. Видите, как у нас здесь, да? У нас уже здесь наружная стенка. Но она еще не улучшена, это, потому что она, по большому счету, не будет участвовать в этом сражении. Это чисто так, чтобы у нас была спина в безопасности. Самые большие изменения, видите, как я здесь отсюда убрал уже все, по большому счету. Вот потом сюда, конечно, когда у нас будет слишком много ресурсов, мы поставим обратно сюда мясорубочки. Или если вдруг там, знаешь, прорвут первую оборону, вторую оборону, у нас третья оборона будет, как и обычно, как мы начинали снизу, да. И самое большое изменение, друзья, вот здесь, смотрите, покажу вам. Что я построил? Сейчас я зайду сюда. У нас коридор смерти, друзья. Коридор смерти. Так, это отключим. Здесь два двигателя, генератора. Один на мясорубочке внизу, другой на электричество. Я пытался найти колючую проволоку, не нашел. Смысл в том, друзья, смотрите. Сейчас сбегаем, посмотрим, покажу вам. Вы, как вы сами знаете, да, зомбари, они... Довольно-таки умный в этой игре. Я им здесь сделал вот такой подъемчик. Ну, вы понимаете, как это со стороны выглядит, да, друзья? Вот это как-то выглядит вот так. Ну, не знаю, довольно грандиозные стройки. Я целых два дня с ней мучился. И посмотрим, как она продержится. Идея в том, что у нас, как вы понимаете, подвинники приходить будут, да? У нас электричество отработает. У нас первый стопор, другой, третий, четвертый, пятый стопор, да? И из этих пять стопоров мы по-любому убьем. Плюс еще здесь пушка. Ну, пушку я уберу, потому что она целится в грудь. И она попадет, скорее всего, блин, по его кнопке. Это все нахуй взорвет, чертовой матери. Другая фишка здесь, друзья, они будут падать, потому что они будут бежать, ну, как понимаете, здесь им не пробежать, это мы можем пробежать, но они не могут пробежать по этой старинке, да. Они здесь будут падать, они уже пойдут уже по костной здесь, по большому счету, да, и получается, они будут здесь получать еще люлей, потому что они будут обратно бежать сюда, будут опять как опять, потому что они самый легкий путь ищут, да, они бегут обратно, залазят и опять получают пиздюлей. О, гром получился. И все, и они отхвачивают звездюлей. Мы будем тусоваться здесь. Так, вот, мы будем тусоваться здесь. Будем на кортах сидеть, вот так. Да, закроем предварительно все двери. Будем издалека. Я купил себе эмочку, потому что будет нормально шпарить по ней. Вот. Так, что еще? Здесь у нас будет, если она будет ворон, да, например, они там будут лазить у нас, да, так это мы сделаем, будем их глушить. Но по большому счету они не будут ворон. Здесь они не будут идти, потому что есть здесь эти, знаете, специальные эти лучки для стрелцов, да, по большому счету. Но они будут, они считают это как и пустым местом, они сюда бегать не будут. Так что они пойдут, начнут самый нормальный путь, это у них это вот, бежать здесь и... искать, по большому счету кружить, умирать, вот такие дела, друзья, вот и так вот. И конечно, я тут уже отстроился, я уже тут и металл, и камень, что только не плавил уже, вот тут уже опять чуть набрал ресиков, да. Что тут еще у нас? Ну, тут я постоянно занимаюсь там добычей, еще раз добычей, да. Купил себе кулер, так, чисто по приколу. Ой, блядь, ну что ж ты сделал? Так, надо, подожди, надо выложить кулер, эту кроватку. А то, блин, мало ли что. Вот, кулерчик приобрели, да, здесь, ну, чисто я поставил минералочку. Денег некуда было девать, вот и потратил. Плюс я еще купил себе, друзья, вот третьего уровня... Базой, это, блин, как его автомат, пулемет.
Короче, у нас получается, что у нас есть? У нас есть 575 патронов, 544 патрона здесь, 41 здесь, ну, подожди, у нас еще здесь были 150, да? Я не буду брать гранаты, так как они нам не нужны по данной стадии, и шашечки тем паче. Вот, что у нас здесь? Бухло у нас тут готовится. Ну, не то, что которое нам нужно, по большому счету, да, но все-таки все равно она дает резисты к урону и все остальное. Взял и очки с собой, потом будем, когда вдруг на дроп какой-нибудь дохнется, чтобы одеть их, да. Вот. Дальше так. Что еще? Ну, еще по большому счету, и вот и все. Ну, тут еще остались парочку штучек, да, этих, которые у нас тут будут крутиться. Ну, это мы потом сейчас после надеюсь, переживем эту орду. Потом я уже подготовил булыжнички, да. Здесь уже вот они до сих пор будут делаться. Но и будут еще делаться, пока мы будем валить орду. Вот. Надеюсь, что мы нормально проживем. Ну, вроде бы. Ну, по-любому ее проживем, только не факт, с какими потерями, да. Как видите, я убрал отсюда предыдущее строение, так как нам не нужно, оно там по большому счету, вот. Ну что ж, друзья, надеюсь, что у нас все получится, у нас все будет отлично, вот. Еще раз извиняюсь, что так долго видео не выходило, просто, ну, я был в отпуске и толком не отдыхал, потому что пытался каждый день выпустить какое-то видео, иногда по два видосика, ни стримчика, ничего вообще не хотел сделать, друзья, честно скажу. Плюс еще были домашние дела, которыми надо было заниматься. И вот, надо было сделать какие-то приоритеты. Так, ну что ж, пойдем проверим. А, кстати, у нас что с топливом? У нас топливо есть, цемент у нас тут делался. Если вдруг надо будет что-то срочно побегать, починить, у нас это все есть. Я надеюсь, что нам всего хватит, и мы нормально протащим эту всю каточку. Вот. Так, это все включено, так что посмотрим, что у нас здесь заправить. Нечего пока что делать. Потом я сюда в дублищем поставлю аккумуляторы, чтобы так громко здесь это не журчало мне по духам. Как видите, здесь, да, у меня стоят металлические пластины, укрепленные уже. Это к того, что ли, копы будут пытаться плеваться у нас. Но, по большому счету, их наша электросеть, я надеюсь, что нам не сыграет в злую шутку с нами, да. Но, в первую очередь, мы будем валить, конечно, взрывоопасных пацанов и пытаться их ломить им в голову, да. Я буду сначала использовать, скорее всего, ну, будем по ситуации смотреть, какой у нас, какие у нас зомбари пойдут. Или эти будем, или будем использовать, тут уже урона побольше будет, да, и будем менять то и другое, третье, четвертое, пятое, десятое. Так, я уже могу врубить это, по большому счету. Осталось нам считанные часы до нашего судного дня. Так, здесь все закрыто, чтобы у них никаких тут повадок не было, таких нехороших. Вот, все это укрепил я уже в сталь, видите, здесь, друзья, мало, потому что, ну, здесь будет больше всего экшена происходить. В будущем мы еще закончим строение, там, вот здесь тоже, опять же, такие самые стены, эти решетки, но они чисто только визуально, чтобы там такого туннеля не было, да. Вот, так что вот такие делашки. Очень был занят, также, друзья, занимался я тут этим всем. Вот, как видите, да, очень много пришлось поработать и покопать, и так далее, и тому подобное. Я хотел сюда поставить сначала эти, знаешь, большие укрепленные такие двери, такие, знаешь, как в этих, как его, в бункерах, да, но подумал, как-то не эстетично, не нравилось, как он выглядел. Здесь как-то, знаешь, он сравнивается с фундаментами, да, и как-то круче выглядит. А те большие двери, они просто сразу, значит, как-то тут, они сюда вставляют, и здесь, короче, такая дырка. Мне нравится такая вот фишка. Так, короче, ну что ж, друзья, 2 часа. Надеюсь, сегодня орда будет не до 4 утра. Не до конца. Так, кстати, пока мы ждем, давайте пойдем подкрепимся чуть-чуть. Так, что у нас есть? Так, пивасик. Что пивасик дает, кстати? Ну, не нам нужен, так, это энергия, что он дает? Вода, восстанавливает выносливость. Давай выпьем кофейку. Так, скушаем что-нибудь такое вкусненькое. Вот пирожок надо кушать. Сколько он дает? 45. У меня будет перебор будет. Так, ладно, что можем тогда скушать такое? Консервиски там, вот. 15, это будет, да, можно это скушать. И это можно скушать. Баночки не будем выбрасывать, поставим их сюда, потому что они ему понадобятся потом, чтобы крафтить маслица. Так, пушечку нам не надо будет, это можно сюда единственное поставить, если вдруг... Кстати, нет, не-не-не-не-не-не-не-не-не, вот так.
потому что нам этого не нужно. Так. Перезарядим. Ну, на всякий случай. Ну, еще от этого плохо не станет, хуже не станет. Так, со светом должно все быть нормально. Сейчас еще, когда я уже здесь врубился, да? Свет. Да, уже тут свет горит, по большому счету. Подожди, или не горит? Должен гореть. Да, здесь свет горит, все хорошо. Надо будет еще поставить сюда парочку фонарей. Но это красная ночь, понимаю, что она будет как-то выглядеть по-другому. Но главное, что мы видим туннель, откуда все пацаны будут прать на нас. Так, ладно, вот так станем. Потом вот присядем. Вот. И будем валить. Мышечка работает. Так, что у нас? Какой здесь скуп у нас стоит, кстати? Если что, надо будет быстренько какого-нибудь с дворя убить. Так, нормально. Жаль, что не можно на это повесить, блин, этот прицел. Обидно. Так, хорошо, что? Час 45 остался. Ой, час 15. Так, что еще? Что еще? Мы очки. У нас правильные очки одеты, кстати, надо посмотреть. Очки у нас на время изготовления и получение опыта плюс 10. Все хорошо, все правильно. Ну, как бомжар, я тут выгляжу, конечно, не обращайте на это внимания. Я как-то этим даже не увлекался. Так, по статкам пробежимся, друзья. Что у меня вообще есть? Даже сам сейчас не в курсе, что происходит, сколько я раз умирал. Ну да, всего я убивал 3 раза. Убийство врагов 2139, уровень 58, этап игры 103. Хорошо, ладно, неплохо. Я надеюсь, что у нас сегодня будет все хорошо. У нас... Надеюсь, что этот вот дизайн сработает. Я его подсмотрел, чуть-чуть тешно скажу, в Ютубе полазил. Ну, чтобы такие разнообразия базы посмотреть. Потому что, ну, такие вот я еще, когда мы закончил предыдущий ролик, я так подумал, мол, ну, пиздец, если вот так получается, взорвутся какие-то пацаны. И они, во-первых, будут идти со всех краев. Я не знаю, где они будут находиться. Пока они до меня доберутся, их могут взорвать, да, и разнести мою базу к чертовой матери. Здесь, по крайней мере, они будут идти по одному туннелю, их тормознут электрические ловушечки. Потом мы еще туда, я надеюсь, я найду, как в скором случае, проволоку колючую. Мы тоже туда ее поставим, чтобы они еще больше дамага получали. Пока не будут, ну, вместо там, где, вот, где они будут проходить, да, вот там, где у нас там, ну, здесь, там, получается, два пролета. Да, два кубика свободных, по идее, должен стать один, может, даже и все два. И мы их туда поставим и будем валить. Ну, по большому плохо, с одной стороны, потому что мы не сможем туда лутаться, например, какой-то там лут будет. Будет довольно-таки тупо подобрать его. Вот, ну посмотрим еще, посмотрим, как там это в конце. Я не знаю, он поднимается, не поднимается, не знаю. Но он дамажит нормально, неплохо дамажит. Вот, ладно. Ну что ж, готовимся, друзья. Хватит разглагольствовать. Аптечки есть. Кстати, я не взял одну очень важную вещь. Надо взять, знаешь что, друзья? Вот я перевесил еще сюда аптечки. Надо взять, это что у нас? Антибиотики. Да, это антибиотик, лечение инфекции. Это витаминки. Давай, одну кинем сюда. Перед тем, как когда пойдут на нас духи, тогда мы глотнем ее, мало ли что. Копы плюнут на нас, но... Я думаю, что это... Как-то маловероятно, что они в нас плюнут. Ну, посмотрим. Ну, по большому счету, мы же не знаем, как это в конце концов получится. Вот. Идея-то одна, но как будет на самом деле? Или... Я все больше переживаю из-за электрических ловушек. Они нам помогут или, наоборот, нам ухудшат ситуацию. Можно было, конечно, их просто пускать по кругу, чтобы они бегали, как бешеные, через эти туннельки и падали, и возвращались обратно, и все. Но тогда у меня будет здесь больше вариантов... болить их, да, и радиоактивные сегодня могут еще прийти, скорее всего, они и придут. Короче, что, все это включено, запускаем. Так, все, ну что ж, погнали, ждем, друзья. Первых. Так, берем вот эту штуку сначала, потому что она довольно неплохо дамажит у меня, где моя, где там ее статки. 50 урона, ну, так, плюс еще, не знаю, здесь у нас получается сколько урона? Где мы? Тут у нас получается 57, ну... Если в голову попадешь с этого, блин, будет нормально. Плюс это бронебойные патроны. Ну что? С богом, друзья, с богом. Ждем. Ждем пацанов. Ну, духи. Воу-воу. Но они, видите, они бегут туда, и они получают звездюлей уже. Пацаны, я вожу туннель и жду.
Походу, они не идут к нам. Пацаны, блядь, давай. Во, наконец-то. Короче, вместе все, всю работу мою делают, вот, мясорубки, бля. Давай, пацаны, я здесь. Ой-ой-ой, там их просто шинкует. Главное, чтобы они здесь не становились. Ну да, видите, они бегут туда. И они, ну, как они по короткой дуге бегут, да. И вот они бегут и получают звездюлей. О, наконец-то бежит один. Красавчик. До свидания. Просто... Не, ну, друзья, я очень доволен пока что. О, наконец-то бежит, смотри, красавчик. Ну, здравствуй. Может, мне встать надо, чтобы они меня заметили? Так, все закрыто у меня, да? Ну да, видите, они бегут, поэтому... Не, очень гениально сработано. Я даже их не вижу, а я получаю просто опыта кучу. Просто бомба. Ой, я их там... Ой-ой-ой, их там крошат, писец. Надо, главное, их привлекать, чтобы они знали, где я нахожусь. Да, видите, о, там уже лук чецкий есть. Видите, они бегут? Не, ну фраз, супер. Не, я очень доволен, очень доволен. Не зря я потратил столько времени. Просто мы еще только убили троих. И уже считаем, мол, сейчас уже мы тут буяним. Просто их там... Так, я чувствую, что там уже ломаются они, да? Но пока еще никого... Они все пытаются, они все пытаются. А что с этими? Никого нету. Просто шинкует их нахер просто, к чертовой матери. Пассивная защита, друзья. Там подшипники у меня уже шумят, нога. Пацаны, где вы все нахуй? Все пытаются до меня добраться, у них не получается. Бедный. Это еще даже легче, чем было до этого, друзья, я вам скажу так. Кто-то там дойдет до меня вообще? Ну, значит, с одной стороны, хотел, чтобы уже это все это вырубилось нахер. Чтобы я мог вот пострелять. Ой, блядь, прям в стенку стрельнул. Это дебил. Сам уже надо будет потом чинить. Да прикол, главное, это прикол в том, что они-то меня не видят. Они идут дальше, да, они не взрываются, у них ничего не происходит. Они получают реальных звездюлей просто. Да, у нас уже уровень поднялся. О, смотри!
О! Ух ты, бля, посмотри, как он плюнул жопу, а? Нормально продамажил, да? А я могу достать отсюда. Да нахуй, иди сюда. Сейчас снайперки, блин, бля. На нахер. На нахер вообще. Хедшот лови, блин. Хедшот лови. Вот видишь, что, о чем я говорил, да, друзья? И они просто добегают, и они остаются. Наконец-то они хоть начали там все идти ко мне. Ну все, пацаны, ну все, откинулся. О, здравствуй, ты как-то добрался все еще? Даблшот! Просто их нахуй уже валю при самом подходе, наверное. Да. Система оправдала свои действия. О, иди, красавец, ну-ну. Единственное, что это твое оружие, дальность куда больше. Мента только что завалили. Ну, конечно, хоть по актине начали бегать, друзья. Пацаны, я же не бухнул. Вот так. А мы так не договаривались. Я думал, что мы как-то более цивилизованно, блядь. Там я тут нормально колбасит, а ёпта. Куда мне целиться? Туда? Я, короче, не знаю, куда мне целиться. Где моя пушка? А, надо по крестику. Блядь, у меня тут просто... Не, зря... Короче, я зря бухнул, походу, эту хуйню. Еще 11 секунд. Блядь. Я, походу, не в них стреляю вообще. Я, короче, не в них стреляю. Ну, пацаны, все, давай завязывайте. О, наконец-то. Просто. Божественно, друзья, божественно. Так, уже нормально, пацаны пошли. Ну все, ну ты даже не вернешься больше, дружище. Все, ты умер. Иначе, друзья, с этим будет лучше. Бам, нахуй. Бам. Почему там улицы вообще не видел, не понимаю. Ох ты, бля. Ну, конечно, по актине начали пацаны прибегать. Ну, ты умер? Так, позвони. А, нихера не умер еще.
Ладно, идите, ну что, я подожду, пока мне надо, все равно стамину отбить надо. Но. Нифига ты дерзкий пацан вообще. Ну? 2 часа ночи, друзья. Я потратил... О, радиоактивный, здравствуй. Ну ты там умрешь. Просто. До свидания, на. А чё, давай я со снайперки поработаю. Вау. Это как он? Нихуя себе он врубил. Прыгнул прям в эту. Так, что-то надо как-то тут, как-то я не продумал. Ладно, окей. Хм, какой хитрый перец. Такой жопень вообще. Так, надо как-то еще подумать, что-то тут как-то тут не заладилось. Ладно, бегайте вы пока. Ну видите, он падает, и я тут уже продамажил, да, чуточку. И все, они пока. Бля, ну. Энергии лишился. Ну хуйня. Не надо было брать снайперку, блин. Слишком долго переезжали. Если было полуавтоматическое, было бы окей. Единственное, то, что как-то почему-то, почему мне мент вообще заметил? Вопрос. Я довольно-таки далеко. Умри. Помер? Козлина, бля. Ты меня разнес на хлон, нам похнем такого. Дальше надо будет что-нибудь. А, значит, мы сделаем одну такую фишку еще. Ага, хорошо. Чтоб прикрыть, типа, попадание. О! Не, ну это пиздец. Я еще это нахуй вырубил, бля. Ну ладно, это не страшно. Непродуманное, вот видишь, я как-то думал, что таки мент не будет плеваться, так как отпадло, когда этого он плевался. Единственное то, что я могу сделать еще. Я могу потом. Еще поставить сюда один. Но там мне будет трудно стрелять. Ну, давай, пацаны.
Нахуй, умерите, бля, паскудники. Разнесли мне мою, блин. Да, малочка, пару незачетов, конечно, блин, ну что ж делать. Представьте себе получить какую-то помощнее винтовочку, вообще бомба. Спина. Ну тут кто-то еще сбоку прыгает, какая-то там какая-то мразь. Какие-то заблудшие души. Ну сейчас она вернется, она побежала обратно. Мы успеем перезарядиться, пока она прибежит. Ну, итак, друзья, супер, красава, отлично, все замечательно, кроме моих маленьких недочетов, но это не страшно. Бонус добычи, берем это диван. Ох ты, посмотрите, кто тут. Какие-то духи еще здесь живые. Так, у нас там есть лут, еще лот сиски стоит, сейчас пойдем полутаемся. А нихуя ты дикая, уже все время уже закончилось, что ты буянишь? Что такая дерзкая вообще? Итого, короче, друзья, мы потратили, грубо говоря, только 200 патронов на эту всю прелесть. Если бы не моя тупизна, я бы, конечно, не просрал бы и двигатели, и все остальное. Ну что у нас здесь? Нормально. Что здесь? Говно, 200 баксов только. Что здесь? Блять, парашу какую-то мне дали. Ну тут чуть побольше потрошу. Итак, смотрим, что по дамагу. Ну, несмотря на то, что они просто нон-стопом звезд мочили по этим, пол хп только потеряли, да? Тут там такой дерзкий еще. Ну, походу, они еще на волне, наверное. Они, походу, еще не поняли, что уже все, уже ночь кончилась, друзья. Вы че, блядь, беситесь, на? Где вы там? Где-то там. Пойдем сейчас зачистим все. Усни, прелесть. Проверь, кто тут копошился, кто тут бил что-то где-то. Быстренько пробежимся, посмотрим, что тут. Чё ты, дыши, дыши, красавчик. Все нормально. Просто бомба, друзья, бомба. Если бы, конечно, так, мне надо что-то придумать с этой темой. Чуть-чуть по-другому это все надо сделать. Сейчас пошли тогда, вырубим сейчас. А пусть не работает. Не, ну можно вырубить, смысл сейчас их гонять. Они сюда даже плюнули, смотри. Эй, пацан, ты чё? Это, наверное, какой-то баг, скорее всего. Ладно, пойдем сейчас заберем наш инструмент. Ну ладно, сейчас оружие можно переложить. Это не надо, это не надо. Это можно ставить. Так, это можно туда все переложить. Так, патрошеньки. Эти сюда можно бомбинуть. Это тоже сюда можно. Так,
Да тоже, по большому счету, потому что мы пойдем с 9-миллилитровым потом гулять дальше. Блять, витаминку не бахнул. Ладно, хер с ним. Пивасик. А чё пивасик? А, пивасик, наверное, поднялся этих. Сейчас распределим все, что где. Так что у нас здесь нет, у меня сюда. Мяско, вот это. Кукурузу можно забросить, чтобы водяра потом делать. Денежку можно сюда забросить. 520. Бур. Ягодка. Витаминка. Это сюда. Это сюда. Это вот так. А у меня стали нету? Что? Издеваешься? Ладно. Не знаю, что надо для ремонта. Возьмем все, что тут есть у нас. И пусть сейчас сталь делается. Здесь у нас что-то есть, конечно, железо. Слиток стали. 142 нормально. А у тебя? Слиток железа только, да? А здесь есть? Мне надо будет за железом идти, да? Ах ты, блядь, жопа. Ладно. Ну, по идее, должно хватить стали мне на ремонт этого всего дела. Это можно разобрать. Это пусть сюда идет. Вот так. Да, лутецкий так все говнище, скажу, друзья. Ничего у нас толкового нету. Так, это можно забрать, это забрать, это забрать. Так, где у нас тут были какие-то запчасти? А, нам надо еще сделать одну такую. Ручку надо сделать, да? Опа. А ты чё, дружище, опоздал, молись? Я пойду у тебя косточку заберу, дружище. Мне надо косточки. Отлично. Потом это все починим. Так, ну что, друзья. Надеюсь, вам видосик понравился. Заценили, да, мою работу трудную, которую я тут проделал, да? Так, вот. Так. Это, а что вообще? А, тут железо надо было просто. Если какие, конечно, есть советики, друзья, не стесняйтесь. Советуйте. Если есть какие-то вопросы, тоже не стесняйтесь, задавайте. Я всегда буду рад вам ответить. Все же это ради вас, друзья, делаем. Мы тут мучаемся, страдаем, все ради вас. Чтобы вам было что-нибудь посмотреть и, может быть, даже к чему-то научиться, я надеюсь, что какие-то мои советики вам подойдут. И вы их используете на своем примере. Так, ну тут вот только дело, друзья, следующее, друзья, вот сюда лучше ставьте, вот лучше сюда поставить было эти рубильники, да. И все, а то... И мне надо что-то сделать с мотором. Потому что нам сейчас повезло. А если он нормально еще раз вмажет, может так не повезти. Единственное, я могу, знаешь что, друзья, поставить сюда еще такую железку. То бишь, что вот такую. И все. И будет все нормально. Посмотрим. Сделаем. Так, что-то здесь. Починили, это починили. Я надеялся, что это как-то будет более активнее, эффективнее работать. Ну, ну что ж делать. Он нехило продамажил дверь, вообще писец. Ну, блядь, зверюга. Так, 4, 5, вышел зайчик погулять. Это сюда. Топор, бля, до сих пор я еще не нашел этот, как его. Как его. Детали для цепи, блин, чтобы пилу сделать на конце концов. Так, все сделали, починили. Так что, друзья, вот такие дела. Если вам понравилось видео, конечно, ставьте лайкосик, подписывайтесь на каналчик. Если есть какие-то советики, вопросики, пишите, не стесняйтесь, и всегда буду рад помочь, или всегда прислушаюсь, отвечу на комментики. А на сегодня я с вами прощаюсь, друзья, и увидимся уже в следующем видео, друзья.